Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Так Фарада, может быть, убили. Там бы, если бы они убили, там бы Гидромеда уже ора. А там с утра спаймил, что там. Это хрень про нашу гильдию. Что убили? Ну вон Фарада типа пишет, что сейчас как он написал. Люди спрашивали насчет Аллара что-то и говорили то, что легионы тоже убили. Смешно. А что там про гильдию, про нашу спамили? Что-то кто-то спамил? Ну, Браско говорил. Или не про нашу. Он делал какую-то хрень писал про нас. Нихуя хорошего. А чё там, кулак-то бафните? Не? Ваши муки станут платой за это вторжение. Там говорят, кто-то из стаи это ДБМ слил для других гильдий. Это не стая слила, а адмирал. За 200 тысяч. Не, ну если он сделал, почему он слить не может? ДБМ все равно ничего не даст, по сути. Ну руки там ну, да. Не справят, я согласен. Кирс, ты долго? Минут 5-7 и дома буду. У нас же просто транспорт сейчас не ходит, все пешком, если только доходить. Это где? Блин, Гевка, подскажи, пожалуйста, вот у меня все время вылезает после каждого убийства босса вот это окно с ГП, и я каждого человека скипаю. Как вот мне его еще убрать? Тебе нужно, типа, отключить просто, перекинь на кого-нибудь лутера, а потом закинь обратно на себя. И нажать нет.
когда вот окошко там высвечивается, так это, бой начнешь, Враска забираешь второго, Мегродаёжа забираешь третьего. Просто пока групп лут поставлю. Денчик на медведе, а пока тут просто отец на Враске. Отойди к нему, он убьет тебя. Поднимите Лока. Здесь произошли страшные события. Туда 8. Войт. Че я справа тогда? Ну там он Мишка вроде слева уже стал, да, вторая стала. Просто кинь следующий антифир на Войда. Он уже на мне. Я говорю следующий. Блять, я на себя дал. На Мозер кинет. Вообще можно на скелета он жать. Давай. А видели, что мы народ выложил в скринбруку? Куда? На форум? Или куда Фарада? На форум в тему крепости. Оо. Как ГПМ. Чисто сраная. Жоки уже до скринов это знали. Откуда-то. Ну там пианист, наверное, сам начал с вами. Нет. Зашел там на альянс, типа. И память начал. Так, давайте. Зашел на альянс с криками, стая сосать. Давай быстрее. Не знаю, может быть. Я уже во дворе. Рыбу слева поставил. Там уже Полину троллят. Так, чё, кто? С
пускай троллят. Черная популярность тоже популярность. Леха, что с кнопками, разобрался? Да там одна кнопка, блок щитом, блядь. Одна кнопка, да. Да не одна. Этот, где Кирс там? Чё зайдёт? Захожу, хочу. Давай заходи, тебя ждём, короче, тогда будем пулять. Лёша, ты Дискорд читал? Нахера мы народ... Нет, Дискорд не читал. Не надо скрины скидывать на форум. Зачем? Пускай не знаю. Не любитель. Пускай остается... НК за 4 лезвия во тьме святущего выходит трэш. Метеорит шот. Клиент без рук. Перезапущу, а то что-то прямо это не приходит. Да я понял, Полина. Так что не парься. А как трэш будем бить рогов-то? Нету такая. Ну, есть Фростмаг. Есть Дестрик. Можно мне во тьму просто? Как там сообщений дохуя в Дискорде? Я потом поотвечаю. Пока что я занят. Ну, типа. Сейчас РТ, потом после РТ. Потому что мне там человек, наверное, 15 написало в Дискорде, каждого просматривает в палу. Этот, по хилам. Дэнчик, свет. Дальше. Нямка тоже в хила спекайся. Будешь свету. Плюс. Плюс. Кого лучше отправить в свет? Япончика? Ну, зачем? Если он в ДЦ, пусть во тьме дрочит. Я бы подпекнулся. Ну, туда шторы. Это или кого лучше? Ну, туда точно Ростардруида, точно Шамана для Геры, ну, и ДЦ. Тогда шторы, просто отец и Пончикова во тьме, все остальные свет. Дальше этот. Я вот сижу, думаю, сбросит ли... Нужен ли, блядь, грубо говоря, мини-танк, блядь, то, типа Тимыч или Тимыч? Ну это всегда заебись, это всегда заебись будет. Войт, а ты чё, ты на друиде будешь? Нет, или... я банк. Тимыч, одень пару шмоток на танка. И в мишке побудь, короче, ну, трэш на себя, если что. Который будет в свету, чтобы на тебе трэш собирался. Рога будешь давать на пул на мишку. Трэш, который... Да, у меня задержка 398. Суманите там, пожалуйста. Тогда по тьме. Кого в тьму отправим? С дамагеров. Ну, вон первый пати, я думаю, это самое такое, что нормально. Можно туда еще, в принципе, может быть, рогу хз. Я сопрот на келе выпил просто. Не, рога пускай сюда, на пуль от мелкий трэш на Тимыч. Ну тогда, типа, вот первая пати. Так, напоминаю маленькие нюансы. От метеоров перебегаем по диспелам. Свету диспелит Денчик, только аккуратно. Во тьме у нас диспелит... Кто у нас будет? Там и Простя, и Фастгорн может, и Персик могут себя диспелить. Простя подиспелишь.
Тьму подиспелишь, короче. Типа, там только локов ему диспелить, остальные все сами себя могут. На 53% стопы ждем лезвия. Лезвие появилось, дальше перевозим. Зашли во тьму, отошли дальше от босса, ждем первых лезвий, чтобы вас не вальнуло. В принципе, все. И на второй фазе аккуратно. Ой, на третьей фазе тоже. Какой, говоришь, что сестра дроидов будет во тьме? Тут же у нас для миликов ДДшный ведь фласт. Какая штора будет в свету? Дайте приставоры. Пока тут пустые во тьме. А сову я бы все-таки ставил. Ну а кого ты закинешь во тьму? Меня не закинешь, я демон в свету. Локи... Ну, блядь, у него уешка будет здесь. Кстати, какая только... какая пати где? Я его только поэтому оставил в свету. Там есть мяка, там есть совы, там есть, блядь... Ну, от совы там такое, посредство. Понимаю, но все равно, типа... Лишний БР свету не помешает. Ну, блядь, не знаю. Локи во тьме как? С другой стороны, это лишний БР, я согласен. Лёха, я где? Во тьме или в свету? Просто тьма, возможно, будет очень сильно ебашей. Нормально, наоборот, хорошо. Лёх, я свет или тьма? Первая группа тьма. Ну так и чё ты закинул, получается? Вот, всё, да? Ты во тьме, Амир. Я просто был в первой, потом меня перекинули в другую, я поэтому... менял несколько. Он вместо Савы должен был поменять. Понял. Ничего, в демона спекнуться или в дестрике остаться? Бразилина в демоне, да. Ну, демон во тьме, демон в свету. Ген, а мы где? Вторая пати. Что, первая пати всегда тьма, ну что, лучше. Ребята, а вторая? Да, надо смотаться, усилки прибить. Маги, дайте порт. Пошельку сейчас прибью щелки. В смысле, Даркис? Выжить, когда лезвие и пыль. Это уже, знаешь, к диспеллеру вопросы. Ты всегда выносишь перпендикулярно к боссу. Типа, если тебя продиспеллят рано или продиспеллят, когда ты там в глубине будешь, это... Не твои проблемы. Третья, четвертая, вторая группа, свет. Первая, еще раз. Тема. Смотрите. Дайте сумму. Суммоните, раз. Кончик, штора. Тимыч. Япончик. Все готовы. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. КТ мы не ставим. У меня нет цели. Чем вы на него бичевский щиток кидаете?
Вдоль смотрим, куда пошел. Трэш. Оба большого лавро. Где на пол? Напуливайте. Прибежали. Где? Огонь. Нет, мелкий трёх заберите, огонь. Зубы поковаты. Есть по ДБМ. 8, 7, 6. Верти. Нет, баз. Япончик. Две секунды лезвия. 55, бейте. Бейте, 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 нужно перевести. Слева портал, аккуратно. Тебе тяжело-то во тьме хилить. Перебежали свет. Там лоб один остался. Он завалился. Лужа, аккуратно, свет. Саня, стой на ману. Медведоешь, япончика поднимай. Скажешь, как ему зайти можно. Сразу ребаф по пристам и мира ему влезть. Персик выбежал. Перебежали. Ходи. Слева портал, япончик. Ползу тут. Герлот.
Дру, да, и на Рацу. Перебежали быстрее, слишком близко уже. 20%. Лужа аккуратно. Хитин. Перебежали. Ноль, что ли, хотите положить? Нету. 2% убивается. Босса бейте, босс. Нихуя я в тот. Не бать. Не бать. Ну и говно. Ебаный блядь. Вкусненько. Это обидно, это печаль, это боль, блядь. Вагонетки. Да еще не говори. Уж на кого-то надо заходить, потать. Шо, мне 1000 как за ФК, да? А монора-то у меня не было. Броня? Вагон. Нифига там ачивок. Броня, а КЦ. В выходные могу ходить. Здорово, только нет дали, бля. Ты вовремя. Я как включили, сразу зашел. И мы начали априори. Да. Когда это еще будет, когда она упадет? Сейчас идем на локо. Пончик, и потом сразу начислишь. Да, сколько там, 500, да? Да, 500. Денчику фартануло, да?